К 8 марта для всех любителей проекта «Ледниковый период» и фанатов фигурного катания Илья Вербух совместно с Первым каналом решили организовать гала-шоу с участниками и финалистами «Ледникового периода», а также ведущими, тренерами и известными фигуристами. Наряду с участниками проекта свои номера зрителям подарит олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, а также олимпийские чемпионы Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Ведущими гала-шоу, как и на телевизионном проекте, станут Алина Загитова и Алексей Ягудин. Фигуристы представят свои номера под живые выступления известных российских певцов, что станет еще одним сюрпризом для зрителей. Поскольку сейчас еще действуют ограничения по заполняемости залов, организаторами было принято решение показать шоу дважды за день, чтобы все желающие могли вживую увидеть любимых участников проекта и фигуристов.